Следующий милосоловитель от компании NanoSmoke. Я сразу скажу, что компания NanoSmoke милосоловитель делает компания Альфа Хука. Они дружат, и это круто, потому что они друг другу помогают делать крутые продукты. И здесь абсолютно такой же принцип работы, как и у кальянов Альфа Хука. Снимается порт на чашку кальяна NanoSmoke. И одевается сразу милосоловитель. Размер здесь как под бит и под вандал. Поэтому я полагаю, что он может и подойти под бит, этот милосоловитель. Ну, может быть. Мы можем соэкспериментировать, но не хочу на это тратить время. Короче, вот так. Прикольно? Бля, прикольно. На самом деле смотрится круче, чем с его обычным портом на чашку, если честно. Имейте в виду, 2000 рублей стоит, сделан из нержи. Производители друг другу помогают. Это круто. Так мы получаем еще более крутые продукты.